Все очень просто. Берем драмы, отправляем их на 7-й канал, бас отправляем на 8-й канал. Вот. С 7-го канала мы отправляем дальше на 9-й, при этом выкручиваем панораму и убираем посыл на мастер. На 8-м канале мы то же самое проделываем, только панораму в другую сторону крутим. И получается то, что бас приходит слева на 9-й канал, а кик приходит справа. Это можно сейчас увидеть в этом анализаторе. Тут меняем детализацию, здесь разделяем на левый и правый канал и убираем пики.